Всем привет, дорогие подписчики и зрители! Вы на канале «Всякая разная из Китая», я вас приветствую! Сегодня распаковываем очередную посылку, которая пришла мне из Китая с торговой площадки AliExpress. Ну, по названию вы прочли, что в этой посылке должны находиться часы Lemfa Lem 6. Ну что ж, давайте распакуем и взглянем, в каком состоянии, во-первых, пришел товар, потому что упаковали, как-то видите, не особо отлично, просто в пакет. Ну, сейчас с вами посмотрим. Так. Все, посылка пустая. Спиннеры. Вот антистресс нашей молодости. Часы имеют оригинальную упаковочку. Без опознавательных знаков, просто имеется название фирмы Lemfa. Давайте откроем, посмотрим. Собственно, вот, видимо, наши часы. Комплектация. Один кабель для зарядки этих часов. Кабель для зарядки наших часов немножко необычный. Она примагничивается к часам и заряжает ваши часы. Потом сняли и пользуйтесь. Несмотря на то, что часы у нас крупногабаритные, как вы заметили, да, но они имеют небольшой вес. И это из-за того, что корпус наших часов сделан полностью из пластика. Ремешок выполнен из силикона либо резины, прошитый вот такой вот белой строчкой. На корпусе часов имеется 4 кнопки. Также есть разнообразные датчики. И эти смарт-часы имеют защиту IP67. То есть они водонепроницаемые, пыли, влага защищенные. Можно в них купаться, плавать, нырять и все, что захотите. Пока часы загружаются, я немножко вам расскажу о характеристиках. В наших смарт-часах установлен Android. Android 5.1. Процессор здесь MTK6580, 4-ядерный. Оперативной памяти 1 гигабайт плюс 16 гигабайт встроенной памяти. Также есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Также есть встроенная батарея размером 550 мАч. И данные часы на данный момент стоят $110. На рубли это получается 6700 рублей. Ну что же, давайте смотреть. Для того, чтобы скачать мобильное приложение для этих часов, имеется QR-код в самих часах. Мы его скачиваем. Перебрасывает нас непонятно куда. Нажимаем «Загрузить». И вот что происходит. Меня не перебросило в Play Market. Мне предлагают скачать какой-то... Даже не предлагают, а вот открывается вот этот файл. Открыть программу с помощью Mail и еще. Ну, еще там показывает, куда отправить или что-то еще. В общем-то, как скачать вот этот файл, я не знаю, ничего не пойму. Короче, какой-то китайщиной полной попахивает, ребят. Во-первых, смотрите, подключено, правильно, Wi-Fi? Включен, написано «подключено». Выходим, заходим в приложение. Ну, что тут есть? Можно в браузер зайти, но также есть App Store. Вот зайдем в App Store. Пишет, что нет сети. Возвращаемся в настройки и сейчас смотрим Wi-Fi. Ой, что это у нас? Ошибка аутентификации. Я не понимаю, в чем проблема. Все правильно ввел, все, пароли, все отлично. То есть сначала подключается, а потом пишет, что неправильно аутентификация. Ну, я не знаю, в чем может быть проблема. Короче, первое, к Wi-Fi не подключается. Второе, приложение не скачивается. Сейчас пойдем дальше смотреть, что у них есть. Вариантов дисплеев здесь большое количество. Сейчас я вам продемонстрирую. По дисплею, блин, что-то он вечно тупит, я не знаю, в чем эта проблема. Либо это аппаратная какая-то ошибка. Есть какие-то глюки при нажатии, не срабатывание происходит. Я вот это заметил уже не один раз, у меня было. Ну и, в общем-то, вот еще сколько, смотрите, количество огромное, реально огромное. И плюс еще можно будет дополнительно скачать через интернет, если, конечно, вам удастся подключиться все-таки. Ну вот, сами видите, даже при каких-то слайдах несрабатывание, перебрасывание, вот случайные срабатывания какие-то происходят. Ну и давайте пройдемся по меню. В меню заходим с помощью слайда. Есть набор номера, но опять же срабатывание через раз. Вот что-то не нажимается, видите, вот девятка не нажимается. Вот через раз все криво работает. Позвонить, сделать вызов, ответить на входящие вызовы можно через эти часы. Далее контакты, можно посмотреть все контакты, какие у вас есть. Можно читать смс входящие, есть измерение пульса, спорт, здесь шагомер, там вся ерунда. Далее приложение. В приложениях у нас идет, что часы-помощник, в которой находится QR-код для скачивания программы, которая не скачивается. Далее есть погода, которая не работает, потому что у нас нет Wi-Fi, и он не подключается к Wi-Fi. Я не знаю, есть будильник, есть функция музыка. Также можно через эти часы управлять музыкой, которая находится в вашем смартфоне. То есть включать, прослушивать музыку, делать громче, тише. Есть диктофон,
диктофон. Ну, диктофон записывает именно на часы весь звук. Тоже такая функция удобная. Есть календарь, загрузки, барометр есть, браузер, App Store, компас есть, есть фирменная программка, не знаю для чего она, и диспетчер файлов. Звуковой динамик в часах находится на задней панели. Есть возможность, что часы плотно будут лежать на вашей руке, и вы не услышите ни звуков, ничего. Я застегнул сейчас на третью дырочку, и у меня еще осталось вот 5 штук. То есть на вот такую руку, наверное, можно будет одеть. Но если у вас худые руки, они будут смотреться вот таким образом. По-моему, нелепо как-то. Блин, ну это просто жесть, ребята. Ну как так можно? Отмена. 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 О, сработало. Ужас, ужас, ужас. Не советую ни в коем случае. В общем-то, что? По сим-карте. Сим-карту здесь можно вставить, да, я не вспомянул вам. Но здесь имеется вот такой лоток. Сюда можно установить сим-карту. Сейчас мы это с вами сделаем. Звездочка, нажмись. Звездочка, нажмись. О, нажалось. Ошибка сим-карты или сим-карта не установлена. Окей, Google. Можно вставлять, кстати, любой стороной этот лоток. Здесь ни обозначений, ничего. Но я-то вижу, что контакты находятся на нижней части, видите? Вот, может, вам будет видно внизу. Значит, сим-карта должна находиться в нижней части лотка. Вот, вставляем. Засовываем. Кстати, засовывается так легко. Просто аж странно. Нет, не видит карту. Не видит карту. А это означает, что это очередной хлам из Китая. Конечно, может, это попался мне такой вариант. В китайском производстве такие проблемки случаются, что бывает какой-то брак или что-то. Но как бы я все делал, все правильно, все по инструкциям. Но ничего не работает. Да даже если бы работал, они не стоят этих денег. Они выглядят просто страшно и ужасно. Но ссылку все равно оставлю вам на эти часы под видео. Ну а я, в свою очередь, наверное, буду завязывать с этими часами умными. Потому что, ну, первые часы выходили, да, были интересные часы, а сейчас просто идет что-то непонятное, что-то добавляют, но оно все сырое, и, как видите, ничего толком не работает, поэтому я не буду больше заказывать никакие часы, пока не появятся достойные модели. Подписывайтесь на канал, и тогда вы будете знать, какие товары можно заказывать из Китая, от каких товаров лучше воздержаться. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!